31 марта в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Отметим, что совет собрался в обновленном составе. Его покинул экс-глава факультета повышения квалификации и переподготовки кадров для вузов Дмитрий Темников. В связи с переназначением на должность руководителя вновь созданного Центра повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров. Ученый совет утвердил новые списки претендентов на представление к званиям от доцентов до профессоров. Кроме того, совет принял решение об увековечении памяти заслуженного деятеля науки Татарской автономной Советской Социалистической Республики, выдающегося ученого-процессуалиста и теоретика права Фаткуллина Фидаи. А далее был рассмотрен вопрос о назначении научным руководителем всего математического блока КФУ проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. Проректор поднял вопрос о переименовании профиля подготовки «Информационная безопасность автоматизированных систем». Это делается для того, чтобы привести название в соответствие ГОСТу. Такая практика наблюдается во всех вузах страны. В 2016 году был утвержден ГОСТ по направлению информационной безопасности, где написано четко, какие профили могут быть представлены. Никакого там своеволи быть не может. Это один из немногих ГОСТов, где профили прописаны заранее. При этом напомним, что Дмитрий Альбертович решением ученого совета также получил научное руководство над Институтом физики. Дмитрий Альбертович назначен научным руководителем трех математических институтов. Ну и в этом случае, наверное, с нашим институтом будет там более тесная связь у математиков. Второе, нет, пока конкурса заведующей кафедры нет, его отменили до того, как они пойдут аттестацию по корпоративному университету. Далее ученый совет обсудил реорганизацию в Набережно-Челнинском институте КФУ. С 1 июля 2017 года там будут организованы Высшая инженерная школа и Высшая школа экономики и права, которые объединят профильные и вспомогательные направления подготовки. Разговор идет о том, чтобы прекратить или минимизировать дублирование между Казанью, Набережными Челнами и Елабугой, значит, начать позиционировать наши филиалы по своему непосредственному назначению. И постараться каким-то образом оптимизировать этот блок и ориентировать его на решение непосредственно задач по подготовке инженера. Затем ректор вручил знаки отличия тем, кто был удостоен наград и почетных званий в университете. Ну, ученый совет, большой ученый совет – это большое событие и большая честь быть членом ученого совета. Вот сегодня я для себя выделила, например, что есть у меня в нашем лицее работники, которых давно уже пора поощрить, и они достойны присвоения знания, звания заслуженный работник Казанского федерального университета. Кстати, во время заседания утвердили и новые списки, представленным к университетским, республиканским и федеральным званиям и наградам. Вскоре Казанский федеральный будет представляться на выдвижениях к заслуженным наградам новой плеяды своих сотрудников. Адель Шамилова, Андрей Багутинов, Универньюз.